Привет, меня зовут Юрий Воинов, я руководитель клуба скалолазания «Гикон». Скалолазание я вот рассматриваю именно, по большей части, не как спорт, а как увлечение, как образ жизни. Скалолазание – это наша страсть, наша любовь, чем мы хотим с вами поделиться. Идет постоянный диалог с собой, постоянное преодоление своих собственных страхов. Как бы там это ни банально звучало, для меня скалолазание – это преодоление, постоянное преодоление своих собственных каких-то барьеров, которые выливаются в там, совершении последнего перехвата на сложной трассе, которые выливаются в психологическом настрое на сложный маршрут. То есть постоянно для того, чтобы двигаться вперед в скалолазании, здесь обязательно надо через себя переступать. Основная часть скалолазания, она приходит на скалах. И это самое интересное вообще в скалолазании, когда ты выезжаешь на природу, прикасаешься к красоте скал, ощущаешь натуральный камень, ощущаешь то, что на природе происходит некий такой диалог между тобой, скалолазом, и скалой, в которую ты лезешь. Обычный человек, подойдя к скале, он просто не понимает, как здесь можно залезть, где здесь нужно держаться. Первые мысли новичка в скалолазании – это невозможно. Ты лезешь по вертикальной, там, либо нависающей поверхности, или по потолку, и чувствуешь свободу. Ты можешь лезть в любом направлении, там, вправо, влево, вверх, вниз, по своему выбору. И вот это ощущение свободы, оно тебе реально очень приятно. Человек делает невозможные для себя вещи, то есть двигает себя дальше и дальше. Именно вот для себя совершает прорывы такие постоянные. Вот это мне очень нравится. Для меня, например, сейчас на первый план выходит общение с людьми, то есть общение с новичками, общение с теми, кто уже давно занимается. Интересно обучать людей, мне интересно принимать участие в процессе, когда человек постигает наш вид спорта, принимать в этом участие, обучать его. Ну, приходите, попробуйте полазить. Мы вместе пообщаемся, покажем вам какие-то интересные скалолазные примочки, познакомим вас со скалолазанием именно вот в том ключе, о котором я сейчас говорил.